И всем привет, с вами Редкэт. И сегодня мы поиграем в Skywars на проекте Vame World. И сегодня я вам покажу для зимних РП, да, ребят? Ну, а мы переходим к видеоролику. Погнали! Если захочу, я тебя люблю или не люблю. Я тебя люблю или не люблю. Я тебя люблю или... Ну и вот подъехал первый РП, да. Сразу видите, все, то есть, блоки земли изменены на типа снег. Это Окей. Поиграем с ушами. Мне этот РП стал нравиться. Так, нам строится, и давайте убьем с этим ресурс пэк. Окей. Изи. Че я так быстро его убил? Окей. Короче, го простроимся. Оп. Ну ладно. Я ставлю этому РП 8 из 10, да, ребят, потому что, ну, блин. Он не очень пвпшерский, но он очень зимний, да, ребят, посмотрите, ну, конечно, это лобби и так зимнее, но, блин. Вот посмотрите на меню, вот на вот это вот, видите, как бы он дефолтный, смотрите, улыбка. Ну, короче, переходим ко второму ресурс-паку. И вот подъехала наша вторая катка. Чё? Это ж... Окей. Не знаю, почему мечи как бы железные и алмазные. Какой-то, короче, РП этот странный, но зато зимний, да, ребят. Это очень топовый РП. И в меня стреляет челик. Где он? Как бы... Я только сейчас заметил то, что в этих РП вот такие вот типа зимние... Как сказать, курсоры, да? Вот, видите, типа снежинка, это топовая. Так вот, тоже изменено... Подождите. То есть там изменена земля, а тут изменены кирпичи, ну, обычные кирпичи, на тоже землю, но почему она перевернутая? Окей, это минус этого РП, да. Подарки вообще топ. Опа, куда ты так читы подрубил-то? Я убил его! Окей. Этому РП я ставлю 6 из 10, да. Он как бы хорошо проработан, но на некоторых картах у него очень большие баги. Потому что, смотрите, типа... Это листва, я могу через нее смотреть, это хаки. Ставим листву и смотрим через стены, это топово. Возьмите этот ресурс пак. Ну, я решил для вас добавить третий ресурс пак, да, ребят. Но не обращайте внимания, то, что на нем будут иероглифы, потому что это Vame World. Ну, а мы переходим к третьей заключительной карточке. Ну и вот подъехала третья карта, да, ребят. Что-то я сильно не вижу, то чтобы это был новогодний ресурс пак. Ну да ладно. Листва, как я вижу, она такая, ну, полновогодняя, похожа на зимние листья, но какие-то почему-то они тут серые. Да, как-то непонятно. О, да, ребят, это читер или у него удочка. Короче, давайте еще одну сыграем катку. Да. Четвертая катка подъехала с этим РП, и опять почему-то он... Вообще как-то не проявляет то, что он зимний. Как бы на скринах, когда я качал, этот РП находил именно для вас, да, чтобы сделать ролик. Он как бы все было типа зимнее, там камни зимние, все зимнее, но что-то сейчас он какой-то не зимний, да, ребят. Подойди ко мне, и я тебя убью. Да, топовый РП. Почему-то мне вообще не нанес человечек. Почему это яблоко как бы похоже чем-то на... Которое зачарованное, которое дает там 10 золотых сердечек. Это просто непонятно, да, ребят. Короче, я не знаю, что еще рассказать про этот ресурс пак, да.
Ну, в принципе, он нормальный, да, ребят. Как бы РП. В принципе, он и ПВП-шерский, так как тут мечи такие 32-пиксельные. Для ПВП-шеров вообще топ. Опа. Блин, меч. Куда ты подевался, мичуган? Чё за лагающий, багающий человек, которого я убил? Убивают! Изи победа, а мы переходим к оценке этого РП, да. Этому РП я, наверное, поставлю 3 из 10, так как вот его новогоднюю стену с Vimblered Cat. Эти все 3 РП я дам после, думаю, 10 лайков, потому что долго не было, мне нужен актив, да, ребят? И с Vimblered Cat, всем удачи, всем пока!